Здравствуйте. 9 августа 2021 года. Нахожусь вот недалеко от плотины ТЭЦ. Я досюда доходил, до плотины от Герценского моста, и прогулка там лежит. Прогулка до плотины ТЭЦ от Герценского моста. А теперь я предприму прогулку от плотины в ту сторону, и мы посмотрим, что там находится. Потому что у меня нет такого ролика, что за плотиной ТЭЦ. Та прогулка была очень интересная, и я там видел косулю, как ни странно. Вот на этой дистанции, вот недалеко от плотины ТЭЦ, с той стороны. Так, что мы здесь видим? Там какие-то ходы и выходы, не знаю. А, ну давайте на бережок посмотрим на реку. А там мы видим дома, это где троллейбус разворачивается, 6-й номер, улица Горького там, в той стороне. А мы сейчас выйдем к реке и снимем то, что увидим. Вот, я уже вижу, река наша ока блещет. В этом месте она мелкая, потому что ниже плотины. Сейчас мы выйдем на этот бережок, и нам откроется интересное зрелище. О, здесь рыболовы стоят. Грандиозное величие наша плотина. Смотрите, какая мелкая в этом месте. Там вот рыбаки с удочками. Замечательно. Ну, как здорово. Вот стоит человек почти на середине. И там ему по бедро, чуть выше колена. Замечательно. Да, мелкая ока в этом месте. И, наверное, можно перейти вброд на тот берег. Ну, не знаю. Может быть. Я не ходил. Уточка тут. Дно здесь такое каменистое, окутанное илом какими-то, вот мхом, илом, ну, грязноватенько достаточно, не песочек. Но, тем не менее, места родные и приятные очень. Насколько плотина поднимает уровень реки? Вот видим эти щиты, вот эти. Ну, думаю, до 3 метров где-то. Ну, может быть, от 2,5 до 3 метров. Ну, это так, на взгляд, на вскидку. Я точно не могу сказать. Ну, до 3 метров, короче, ока наша приподнята вот этими щитами. Хотя, с другой стороны, там, может быть, с той стороны меньше, на 0,5 метра, или не знаю, это ж не... Мы с той стороны это не видели. Надо сравнивать два видео. Ну вот отсюда я вижу где-то 1 метр на 3. Они возвышаются, эти щиты. Ну там, наверное, регулируется уровень-то воды. Поэтому все это регулируемые параметры. Так, посмотрели. Пойдемте вернемся на ту тропинку и продолжим изучение левого берега Оки. Там гаражный кооператив, по-моему, АК называется. И вот так вот проходит улица Горького.
А там улица, по-моему, 8 марта. В общем, вот так вот идем мы, можно сказать, параллельно улице Горького. Вот, ну что, берег достаточно здесь пустынный, заросший сорняками. С той стороны у нас правый берег Оки. Ничего тут особого не наблюдаю. Так, что у нас? 19:20. Ну вот сорнячок, сорнячки, вот неинтересные места, сорняки. Лучше бы тут, конечно, яблонь в какие-нибудь росли и груши. Гаражи, сорняки. Здравствуйте, не подскажете, здесь туристы лагерь разбивали где-то. Не видели? Не видели? Туристы лагерь? Да, да, ну там орловские наши. Любители природы. Палаток 20 с этой стороны или с той. Нигде не видели. Уже 2 недели они там назад уже стоят. Не видели, нет? Ясно. Ну там точно нету никакого лагеря, да? Нет, а вот дальше вот вопрос, дальше куда мы не ходили. А вот здесь, ну, можно сказать, и до этого, до Ерского моста, ну, если там 20 палаток, то это мы знали бы 100%. Ну, ясно. Значит, как-то они... Ну, может, они на вечер разбивали, не знаю. Ладно. Были такие слухи у нас. Хорошо, спасибо. Спасибо. Может, просто после работы пришли, палатки разбили, переночевали и опять ушли. Палаточки легкие, я бы и сам так, может, проделал бы ради интереса. Так, ну что, здесь, там, где лучше? Пройдем уж тут немножко. Тупик, да? Ага. Ну там ничего такого интересного нет, да, в общем? Ну, блин. Ну, навряд ли там где-то 20 палаток ставят. Там у меня скомбинатовский мост будет. Угу. Дальше, метров через 500. Ну, хорошо, спасибо. Как раз вы можете выйти там. Да, да. Выйдем на мост, хорошо. Вот дойдем до моста и закончим ролик. 500 метров – это нормально. Тут вот и репейник заросший. Большие такие кусты репейника. А что еще летом делать? Гулять да гулять. Вдоль реки, по природе. Замечательно. Сколько ж тут этого репейника? Он тут огромный, выше человеческого роста. Потрясающе. Я такого репейника даже и не припомню что-то. Огромные. Крапива тоже высокая. Что это? Вот дорога? Что это? Тропинка? На чем тут можно проехать? На велосипеде есть столько. Интересно. Хоть воздух приятный. Вообще сегодня ни ветра. Даже комары куда-то подевались. Приятная прогулочка. Такая вот августовская такая пьяность.
Не знаю, особо снимать нечего. Заросли да заросли. Почему? Не знаю, ты быстрее ходишь, у меня пересеченная местность, чем по асфальту. По земле вообще ходить удобнее, чем по асфальту. Она мягкая. По ней идешь, просто перекатываешься. Асфальт он твердый. Не очень комфортно. Вот заросли. Дорог перебегал кто-то, перебежал. Ой, даже я не понял, кто. То ли еж, то ли мышь какая-то, то ли птичка какая-то. Интересно. Кто-то мелкий. Помню, кто-то сказал, где-то это прочитал в глубоком детстве, что ходьба это контролируемое падение, да? Типа того что-то. Вот и мост мясокомбинатовский в районе улицы Льва Толстого. Тут дом строится, там построен дома. Вот так выглядит берег левой Оки в районе моста мясокомбинатовского. Я снимал вид с моста недавно. На велосипеде катался. Можете поискать по роликам по запросу в поисковой строке Дмитрий из Орла. Пешеходный мост или просто мост, мясокомбинат, улица Льва Толстого, улица Горького. Вот какие-то такие вот слова ввести в запросе. Это просто улица Горького и мост. Дмитрий из Орла, улица Горького, мост. По-моему, этих трех слов достаточно будет. Я в тегах прописал эти слова там. Ого. Какие-то места мне не нравятся. Тут как-то темно, мрачно, грязно, мусора много. Ну, мы уже, в принципе, пришли к этому мосту. Ну так, для эффективности, для большего эффекта я, наверное, на мосту съемку закончу. Все-таки поднимусь и там закончу съемочку. Мешки с чем? С землей, с грунтом.
знакомые просто туристы тут вроде как отдыхали. Ну, не знаю, можно палатку где угодно поставить. И будет даже незаметно. Но не нашли мы их. Так, вот если по этой дорожке пойти, можно попасть на троллейбусное кольцо. Вот те дома, по-моему, по улице. Какая там улица? Костомаровская? Не помню. В общем, там троллейбус разворачивается, 6-й номер. А это сам мост. Мост через Аку в районе мясокомбината. А вот там виднеются дома Болховского микрорайона. И там, наверное, мост, который выводит на улицу Раздольная. Так, скоро конец нашему ролику. Вот мы идем по мосту в районе мясокомбината. Посмотрим налево, направо и все. Пока здесь мелкая, потому что по уровню ниже плотины. Вот закат наш Орловский. Там Болховский микрорайон. Это два дома в районе улицы Игнатова, где юридический институт школы милиции. Два дома советской постройки. Вот тут река Ака наша замечательная. И с этой стороны там у нас дома по улице Льва Толстого, Гайдара. В той стороне улица Гайдара, улица Льва Толстого. Вот район мясокомбината. И вот наша ТЭЦ, Орловская теплоэлектроцентраль. Я про нее там отдельный ролик снимал, там гулял. В общем, такая видимость отсюда. Очень красиво, замечательно. Поросло тростником. Ака наша поросла. Она тут мелкая. Ну, такая вот картина природы. Все, спасибо вам за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла.